Если вот сейчас красивую радугу. Только возьми, чтобы сделать невкусную вещь. Вот это вот, понимаете? 10 из 10, это очень вкусно. Кухня. Всем привет, ребята, на канале. Ой, Анютка-малютка. И сегодня у нас будут лайфхаки с Орео. Мы очень любим эти печеньки, я думаю, многие из вас тоже. И мы нашли несколько лайфхаков, которые сегодня попытаемся повторить. Надеюсь, у нас получится круто и будет вкусно. Да. Короче, сейчас наедимся мы этими Орео. А перед тем, как мы начнем снимать видео, вы должны подписаться на наш канал. И нажать на колокольчик. А у меня в лайке уже 3 миллиона прошло. Итак, мы приступаем. Смотрите, первый лайфхак. Мы взяли для первого лайфхака вилочки, кружечки, стаканы. Это наши Орео, конечно же, и молока. Мы добавим по 3 печеньки. Так. Берем, кидаем. Ой, они поломались чуть-чуть. Ай, на, одну возьми вот отсюда. Берем молоко. И чуть-чуть совсем, ну вот, 2 ложечки где-то наливаем. Мы с Машей просто любим молоко. Расталкиваем. Мы должны прям до однородной массы все растолочь. Не все получается. Мне вроде бы тоже, но это как-то не очень красиво выглядит. Ой, тут даже легко. Похоже на землю. Вот, посмотрите. Вот, в принципе, нормально. Аня, еще одна на семье, дай. Ну вот, что у нас получилось. Сейчас мы должны эти стаканчики поставить в микроволновку на минуту. Сейчас мы ставим наши стаканчики в микроволновку. Хоть бы не лопнули, прошу вас. Так, закрываем и на минутку ставим. Должны получиться кексы, не знаю, мне кажется, ну... Мы не успели показать, как уже готовится, как все бурлит, шипит. А нет, смотрите, оно стало как кекс. Давайте вернемся и попробуем. Очень вкусно пахнет. Вот они, наши кексы. Только походу оно только пожарилось наверху, а внутри оно там жидкое. Нормально. Это как настоящий кекс. Реально. Так, давайте пробовать. Выглядит не очень, но на вкус, наверное, вкусно. Ммм. Это очень вкусно. Как такое? Знаете, темный шоколад такой. Это очень вкусно, ребята. Очень-очень вкусно. Мы ставим 100 тысяч миллиардов из 10. А я ставлю 10 из 10. Мне не очень так понравилось. Очень вкусно, мне очень нравится. Вы тоже пробуйте, выкладывайте в сторис, мы вас будем репостить. Вы можете обжечься. Так что будьте осторожны, прошу вас. Давайте посмотрим следующий лайфхак. Итак, для следующего лайфхака нам, конечно же, понадобится Орео. Маршмеллоу. Мы подготовили у нас такой маршмеллоу. Смотрите, разноцветное. И сейчас мы должны вот открыть Орео. Сломалось, значит, уже не пойдет. Поэтому берем следующий. Мы должны очистить от крема вот этого белого печенька. Так, есть еще один кусочек Орео. Надеюсь, мы сейчас... Наконец-то. Ну ладно, она хотя бы не... Короче, мы вообще глупые. Надо было сначала сделать этот вот, а потом из вот этих вот всех крошек, то, что остались, сделать вот этот вот торт, вот этот вот пирог. Вы вот это вот понимаете? Вот это вот понимаете? Короче, давайте попробуем хотя бы 2 сделать штуки, потому что у нас, ну, походу, ничего не получается. С горем пополам мы наконец-то смогли разделить эти вот Орео, чтобы они не поломались. И из штук, наверное, 14 у нас получилось только 3.
сейчас мы берем маршмеллины и раскладываем. Вот так. 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 Смотрите. Раз, два, три. И теперь накрываем наверх. Печеньку. Как мы это понесем? Да, нам сейчас нужно это как-то отнести в микроволновку. Вот что у нас получилось, такие грибочки. Она похожа на такую вот нитку, которая вот... А, катушки, вот сейчас фотографии вставим. Сейчас сломались печеньки. Да, вот что получилось, но получилось вроде бы очень красиво. И зато... Фу, я ненавижу маршмеллоу. Смотрите, как у меня! Это слайм. Я съем эту сейчас красивую радугу. Фу, это невкусно, не хочу этого. Я ставлю оценку 0 из 10, потому что это вообще не сочетается, и это вообще невкусно. Более того, это вообще неудобно есть, оно все липнет. Ну, есть же у кого-то раковина. Чё? Ой, красота. Вау. Оно, конечно, красивое, но оно вообще не сочетается, оно совершенно невкусно. Оно еще липнет все. Я ставлю 10 из 10. Я 0 из 10, потому что мне вообще не понравилось. Я пойду мыть руки. Вкусно. Итак, смотрим, давайте видео. Смотреть следующее видео. Берем для этого видео вот наш крем, который у нас остался, вот видите, крем. А мы его должны будем растопить и будем потом макать вот этот растопленный крем Орео. Расчистить еще две. Если сейчас тут сломается, то тут капец. Смотрите, ребята, сколько у нас ломаных печеней. Кстати, ребят, я уже почистил крем, и сейчас мы просто должны отнести вот этот наш крем в микроволновку, и чтобы он растаял, а потом будем макать наши печеньки в крем. Это как будто у нас не 24 часа едим Орео, а 24 часа с микроволновкой Орео. Смотрите, ребят, какой получился крем. Немножко сейчас перемешаем. И давайте уже макать наши Орео. Я вообще, конечно, не вижу никакой разницы. Давайте пробовать. То же самое, только как будто слаще. А, давай клубнику будем макать. Давай. Вот наша клубничка. Сейчас возьмем, будем макать, пробовать. За ваше здоровье. Фу, невкусно с этим кремом, вообще не сочетается. Фу, не пробуйте клубнику вот с растопленным кремом от Орео. Это невкусно. С печеньем тоже невкусно, поэтому я ставлю только 2 балла. Я ставлю 0 баллов. Столько возни, чтобы сделать невкусную вещь. Очень хорошо, что у нас осталось много ломаных печенек, потому что следующий лайфхак мы должны сделать как раз таки с этими печеньками. Сейчас давайте посмотрим видео. Готовили Орео наше, кофе, мы уже его сварили, горячее молоко и маршмеллоу. Сейчас мы берем Орео, раз, теперь маршмеллоу кладем и давайте нальем молоко. Мы должны больше половины стакана налить. Теперь мы сейчас все размешаем, вот видите, здесь уже Орео быстро расплавилась. У нас здесь уже в стаканчике размешалось маршмеллоу и размешалось Орео. И сейчас мы должны налить кофе. И выливается, как всегда, у нас. Ой, мне кажется, это будет невкусно, потому что вот такой вот Орео, который до крошки такие, это вообще невкусно. У нас, кстати, у нас нету сливок и у нас нету вот этого вот шоколадного сиропа. Но я думаю, так сойдет. У нас сливки закончились. Так, давайте пробовать. Я кофе вообще ненавижу. Ну, это вот немножечко мы разлили кофе, но ничего страшного. Чуть-чуть, вообще чуть-чуть. Да, совсем чуть-чуть. Это вообще как обычный кофе, ничего. Ну, Орео почти практически не чувствуется. А мне не понравилось, но в принципе мне понравилось. Это вкусно достаточно. И знаете, вкус
не вот самих печенек, а больше крема как будто бы вкус. Я ставлю, мне очень понравилось, я ставлю оценку 10 из 10, это очень вкусно. А ты сколько? Я ставлю 0 из 0. 0-0, я ставлю 0. Из всех 4 лайфхаков мне больше всего понравился первый, который кекс. Это очень вкусно. А тебе? Мне понравился печенька кекс. Самая лучшая еда, которую это мама готовит и папа. Это самая лучшая еда. Вообще лучше тогда просто кушать Ори, как она продается. Мы ждем ваших сториз. Тоже будете повторять эти лайфхаки и отмечайте нас. Мы будем репостить вас. И не забывайте отмечать, на ваш взгляд, самый лучший рецепт вот здесь вот в подсказке. Подписывайтесь на наш лайк и на все наши соцсети. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Пока, до следующего видео.